Людмила Овчинникова – опытный общественный наблюдатель. Первый раз она работала на выборах в 2018 году. Тогда Людмила прошла специальное обучение. С тех пор вошла во вкус. Признается, следить за порядком на участке – задача, с которой может справиться каждый. Человек, который грамотный, который следит за ситуацией в стране, который знает, что он должен делать на участке – положительным просто вообще по жизни, и оптимистом быть по жизни. Я и сама голосую на этом же участке, на котором являюсь наблюдателем. Поэтому очень много знакомых приходит голосовать. И очень рады, что так вот случается. Для тех, кто по уважительной причине не может явиться на избирательный участок, предусмотрено голосование на дому. В этом случае члены участковой избирательной комиссии приходят в квартиру с бюллетенем и переносной урной, а вместе с ними и общественные наблюдатели. Видя знакомое лицо, жильцы с большим удовольствием открывают. Они уже не так опасаются даже при наличии бейджиков, разных атрибутов, которые на нас. Общественный наблюдатель, он лицо дома, если он там живет, или лицо района. Обучение кандидатов-наблюдателей курировал региональный общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента России. Специалисты присутствуют на всех избирательных участках. Спасибо. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.